Приветствую всех на моем канале эмоций. Ничто, как говорится, не предвещало. Был вечер. Паром подплывал к столице острова Тенерифе, Порто Санта-Крус. И вот тут, как говорится, с корабля на бал. А точнее, на возобновленный после пандемии карнавал. Ой, ой, гописимус. La festa e tutto tan simpatico. Честно говоря, сил не было никаких после 10 часов путешествия на пароме. Рюкзак тяжелый, но куда девать желание поделиться эмоциями? Прима, кого тема? Ай, бегала! Ой, ты там вин! Кевин, и ту! Си! Guapísimos, gracias. Están guapas y estas también. Qué bonito, mamá mía. Ой, гваписсимо. Это гномы какие-то. Это гномы, я за ними пошла. А вот они идут. Рико, ниньо. Кому ласес? Кванто сорес асуза? Какое богатство, дитя мое. Сколько часов ты трудился? Ну, так, пару часов. Gracias. Adiós, adiós. Disfrútala. Muy guapo. Qué trabajo, mi niño. Gracias, muy amable. Y camino es tan serio. Perfecto. Super. Как видите, карнавал продолжился на следующее утро, поскольку после пандемии это первый такой мощный возврат к традиции. А это не заброшенные трамвайные пути, поросшие травой.
Это действующие трамвайные пути, и меня травка очень умилила. Надо же, ничто ее не сбивает с панталыку, растет себе и растет. В выборе костюмов изощряется, конечно, в основном молодежь, но второй день идет, но до сих пор можно вот купить себе еще какой-нибудь наряд и преобразиться. Люди позируют довольно охотно, потому что все-таки приложены усилия, это труд создать образ попкорна, например. Конечно, им хочется, чтобы на них обратили внимание. В нынешнем карнавале есть одна интересная деталь. Он проходит в июне, когда все цветет. В феврале, например, фламбоян не цветет, а раньше карнавал был в феврале. Так что у нынешнего расписания есть свои преимущества и волшебные краски. А вот по такому бульвару шел бы и шел. Куда глаза глядят? Минутка тишины и полного серьеза. Скорая помощь, Красный Крест, дежурят здесь не случайно. Возлияния бывают у молодежи таковы, что
кому-то и плохо становится. Очень комфортный наряд, я бы сказала. А вот природа любит тишину. Горная гряда, не пританцовывая, все равно остается очень привлекательной. Пекинья де тодо.
Ну что ж, до новых карнавалов, Санта-Крус.